Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня очередной садовый влог. У нас уже настала настоящая летняя жара, и я ловлю те редкие минутки, когда облачный свет более-менее приемлемый. Но пойдемте покажу, что буду делать в эти выходные. После моего прошлого влога меня очень многие спрашивали вот про эти огромные листья. Что это такое, как это называется? Это белокопытник, дальневосточное растение, и это самый ужасный сорняк, который я только знаю. Я завела его своими руками, очень долго хотела, какие-то красивые крупные орнаментальные листья. У меня вот здесь небольшая беседка, и вот здесь вот между беседкой и забором расстояние порядка метра, и мне очень хотелось посадить что-то такое с крупными листьями, чтобы оно скрывало это вот пространство до забора. И вот я посадила этот белокопытник, эти огромные листья. Первые несколько лет я радовалась, смотрела, как он разрастается, а сейчас я страдаю, потому что он очень злостный сорняк. Здесь у меня растет дармера. Те, кто знают, это тоже очень крупнолистое растение, и растет очень крупная хоста. Вот видите, какие листья, тоже крупный сорт. Но рядом с этим чудовищем она смотрится малышкой, и он забивает и дармеру, и пытается сейчас забить хосту, хотя она достаточно далеко растет. И если у вас сад не очень большой, то никому не советую это сажать, потому что расползается абсолютно неконтролируемо. У меня он пополз уже дальше, он у меня вылезает в рододендронах, вылезает у меня рядом с кленом. Вот смотрите, вот он вылезает. Я его пытаюсь косить, это единственный, наверное, вариант как-то его контролировать. В общем, если у вас большой сад и вам нужно какое-то место засадить красивыми лопухами, то сажайте. Тем, у кого 6 соток, не советую никогда, потому что держать его в рамках нереально. Он действительно очень большой, он очень расползается, и он не будет никогда у вас расти аккуратным кустиком в каком-то одном месте, а он будет захватывать себе жизненное пространство. Поэтому, несмотря на то, что он, конечно, красив, он очень декоративен, но вот у меня, например, видите, уже вход в беседку он заполонил полностью, его придется убирать. И поэтому с очень большой осторожностью призываю к нему относиться, хотя, конечно, растение красивое, но явно не для маленького сада. У меня сейчас вовсю цветут декоративные луки. Когда-то я посадила их штук 5 здесь, и вот они разрослись, как видите, их очень много теперь. Их обязательно нужно рассаживать, потому что когда они растут вот такой кучей, вот видите, вот эта вот шапочка достаточно большая, сантиметров 15 в диаметре, а вот это уже помельче. Это сорт Globemaster, он, если ему дать хорошие условия, он вырастает очень крупными соцветиями, сантиметров 20 в диаметре. Но если не рассаживать, то они становятся более мелкими и смотрятся уже, конечно, далеко не так эффектно. И хотя, конечно, листва у них очень быстро становится некрасивой. Вот видите, даже сейчас уже она такая пожелтевшая. Я поэтому стараюсь их сажать в глубине клумбы, чтобы после того, как листва потеряет вид, она не бросалась в глаза. Но, на мой взгляд, несмотря на этот небольшой недостаток, декоративные луки – это один из лучших компаньонов для роз. Пока, к сожалению, не получится оценить сочетание луков с розами, но через пару недель, я надеюсь, покажу вам, как красиво они смотрятся в сочетании. Решила показать вам, как у меня устроен капельный полив в саду. Наверное, тоже для кого-то не открою Америку, но я, честно говоря, много-много лет считала, что капельный полив – это безумно дорого, что это стоит очень много денег, что это очень сложно, что нужно покупать кучу каких-то форсунок, насадок, устраивать какую-то автоматическую систему, и для меня это слишком сложно. На самом деле оказалось все гораздо-гораздо проще. Я в прошлом году случайно встретила в продаже набор от Gardena, называется
по-моему, сочащийся шланг. Он у них бывает двух видов. Бывает старт-сет и бывает вот такой вот экспаншн-сет, который продлевает тот самый шланг еще на 50 метров. Вот стартовый набор 50-метровый я в том году поставила. Обещали, что он может зимовать прямо в таком состоянии. Там только блочок нужно снимать, а шланг можно не собирать и ничего с ним в морозы не делается. Ну, перезимовал действительно все хорошо, так что в этом году вот я купила продолжение, хочу растянуть еще на оставшиеся клумбы по всей правой части сада, чем сейчас, собственно, и займусь. У меня на шланге вот такая вот затычка, насадка была. Сейчас я ее сниму и присоединю вторую часть шланга. И на кончик я надену ту самую насадку, которую сняла. И защелкиваем. Как видите, все очень просто. И остается только раскатать шланг и включить его в кран. Я вам сейчас покажу, как оно в самом начале сделано. Там тоже все очень-очень просто. Конечно, ну, этот набор от Гардены, наверное, не самый бюджетный вариант, но я встречала и от других фирм подобные шланги. Здесь просто на шланге сделаны дырочки, и через эти дырочки капает водичка. А специальный блок в самом начале, он называется у них мастер-блок, он снижает давление в водопроводе для того, чтобы эти капельки не капали слишком уж часто. Вот так выглядит самое начало этого шланга с капельным поливом. Вот этот вот блочок, это и есть тот самый мастер-блок, который снижает давление в шланге. Стартовый набор продается уже вот с этим блоком, но, насколько я знаю, они даже отдельно продаются. Вот этот блок нужно убирать на зиму, то есть отсоединять и уносить куда-то в незамерзающее место для того, чтобы его не повредить. А основной шланг вот этот вот можно оставлять лежать как есть, то есть его сматывать каждый сезон не надо. И у нас он вот просто подключен водопровод вот сюда. У нас вот такой расширитель, не знаю, как правильно это называется, включается в водопровод, и от него идут ответвления на 4 шланга. Очень удобно, не нужно переключать со шланга на шланг. Просто включаешь то, что тебе надо, и шланг начинает работать. И вот видите, из этих дырочек начинает сочиться водичка. На самом деле очень удобная штука. Я не знала о ее существовании буквально до этого сезона. У меня мама нашла нечто подобное, ну, конечно, в более бюджетном исполнении. Захотела купить. Я решила взять уже более надежную, более хорошую штуку. Купила Гарденовскую. Нет, Гардена не платит мне за рекламу своей продукции, но они действительно лидеры в своей области. У них очень хорошее оборудование для полива, для вот всех вот этих систем, для шлангов. Поэтому я сейчас все абсолютно и шланги, и насадки стараюсь покупать именно от Гардены. И если у вас стоит вопрос в том, чтобы подключить сразу несколько шлангов к одному крану одновременно, то присмотритесь, штучка реально очень удобная, я ей очень довольна. Такую же систему я поставила в прошлом году и маме в теплицу. Вот сейчас она не включена. Вот это тоже такой, точно такой же мастер-блок, как я показывала на основном шланге. От него идет обычный тоненький шланг. Это он без дырочек, это просто для того, чтобы дотянуть до теплицы. И сейчас покажу вам в теплице. А в самом парнике вот этот шланг заканчивается. Вот здесь вот такая присоединяющая штуковина. Не знаю, как это называется, какой-то переходничок. И дальше пошел уже вот такой тоненький шланг, в отличие от уличного, который я вам уже показывала. Это колышки, чтобы удобно было втыкать. И вот здесь уже на нем вот такие форсуночки, которые капают. У меня в парнике 3 грядки, но расширение на 2 вот таких вот тоненьких шланга, то есть можно поставить в теплице на 2 грядки, но у нас оно зигзагом идет по 3, потому что они достаточно длинные. У нас парник 4 метра длиной и длины
вот этих тоненьких шлангов у нас получается избыточно. И вот он, капельный полив в действии, как видите, из дырочек в шланге капает вода. Мне еще предстоит его спрятать. На этой клумбе у меня мало растительности, поэтому куда-то просто спрятать не получится. Я думаю, что я буду чуть-чуть присыпать его землей. В принципе, гарденовские шланги позволяют это делать. И теперь все-все мои розочки будут политы. Я очень рада, что я наконец-то собралась сделать капельный полив для клумб с розами. Я думаю, все вы знаете, что розы не любят полив по листьям. Они от этого заболевают, это провоцирует и черную пятнистость, и мучнистую росу, и ложную мучнистую росу, много других болезней, которыми страдают розы. Поэтому их лучше поливать именно под корень. И в этом плане капельный полив, конечно, настоящее спасение. Плюс нет проблемы в том, чтобы поливать холодной водой. Меня, кстати, кто-то спрашивал, как я отношусь к поливу холодной водой из водопровода сразу, то есть не отстоявшейся, не согревшейся. Вот если у вас такой сочащийся шланг проложен в розах, то проблем с этим не будет, потому что пока водичка капает, она успевает согреться. У меня теперь вся правая половина сада обеспечена поливом. Все-все-все вот эти клумбы, они все поливаются при помощи этих шлангов. У меня всего в общей сложности получается 100 метров ушло на все вот это пространство. И я думаю, что на вторую половину сада я со временем тоже сделаю второй такой же отвод. Если у вас стоит вопрос, как это все организовать, то надеюсь, что мой опыт окажется для кого-то полезным. Я решила показать вам несколько видов трав у меня в саду. Я их очень люблю, у меня их очень много. И они являются, на мой взгляд, идеальными компаньонами для абсолютно всех цветов, ну и роз в частности. И мой самый любимый вид трав для соседства с розами вот этот. Это перловник. Очень нежная, если можно так сказать, эстетичная очень травка. Он сеется, вот эти вот кустики рассеиваются постепенно по клумбе, но лишние сеянцы очень легко прополоть, и при этом травка, как видите, имеет такую очень красивую форму, таким вот фонтанчиком он растет. Вот у меня их прям много по клумбе выросло. Первый я посадила, остальные уже насеялись сами. А во второй половине лета он зацветает, у него будут такие красивые бордовые метелки, которые тоже очень красиво гармонируют с розами. Ну и в целом, мне кажется, даже сейчас, пока клумба не цветет, пока розы не зацвели, вот эти травки и самшиты в сочетании дают очень красивую картинку, которая даже при отсутствии цветов радует глаз. Вот такая малявочка у меня растет еще вместе с розами. Это хаканихлоя или японская лесная трава. Это сорт ауреола. И, по-моему, из всех сортов хаканихлоя, того, что продается, это самый распространенный, при этом, на мой взгляд, самый декоративный. Она вот такая вот солнечная, желтенькая, круглый год. Минус у нее в том, что она укрывная. Ее нужно укрывать вместе с розами. Но, опять же, если это растет в розах, то проблемы с укрытием нет. Она низенькая и очень медленно нарастает. Вот этому кусту, мне кажется, уже лет 7. Как видите, разрастается она не сильно, она достаточно нежная. Но при этом в теневой части клумбы она создает такое вот солнечное светлое пятнышко. И очень мне нравится. Ну, конечно, в каком-нибудь саду японского стиля она бы смотрелась вообще здорово, но и с розами мне очень нравится, как смотрится. И еще два компаньона для роз. Это, во-первых, овсец вечно-зеленый, такая вот серебристо-серая кочка. Он нарастает очень аккуратным кустиком, не расползается, вот такой вот аккуратный, красивый. Этот кустик я буквально посадил пару недель назад, потому что у меня выпал несколько лет назад куст овсеца, и я вот все хотела себе завести его опять.
Вот, наконец, смогла купить. И второе – это щучка. Это, на самом деле, травка, которая растет у нас в лесу. То есть вы просто даже в лесу можете ее найти. Она бывает сортовая. Есть сорта бронзшлеер, голдтау, голдшлеер. Они отличаются цветом метелок. Она тоже во второй половине лета цветет очень красивыми декоративными метелками. Получается такое воздушное облачко над травкой. Ну и даже просто вот такой вот кочечкой. Она очень здорово смотрится. Много где у меня растут эти кустики, и мне очень нравится, как они смотрятся на краю клумбы. И вот еще пара травок, которые у меня уже в пейзажной части. Это осока подорожниковая. У нее такие, видите, широкие листочки. Она, ну, даже такая не совсем характерная, как обычно воспринимаем травы. Она смотрится скорее как какой-то многолетник, декоративный лист. Она хорошо разрастается. У меня, видите, уже такая пышная куртинка. Пересаживать ее лучше весной. И еще одна осока. Ее, я уверена, вы видели в моем осеннем или весеннем влоге. Я ее снимала. Сейчас она не в лучшей форме. Это осока Мороу, сорт варьегата. Сейчас она цветет. У нее вот такие вот малодекоративные колосочки, а дальше она начнет нарастать, и вот к осени кустик будет очень красивый, пышный, она вечно зеленая, то есть из зимы уже выходит в хорошей форме, но вот, к сожалению, в начале лета она не очень красивая, это все-таки травка второй половины лета. Еще одна трава, она сейчас у меня растет в не самом лучшем окружении, но на самом деле штука очень декоративная. Это мискантус китайский. Я уже не помню, какой это сорт. Я в свое время много их покупала. Цветет он у меня метелками, очень декоративными. Куст вырастает выше человеческого роста. Если вы готовы укрывать его на зиму, потому что мискантус эта история все-таки укрывная, то где-нибудь в центре клумбы, либо наоборот на газоне, на краю, он создаст такую прямо фокусную точку. Очень красивая архитектурная штука тоже. Ну что же, как обычно, я жду ваши вопросы и замечания в комментариях под этим видео. Как всегда, постараюсь на все-все ответить. Ну а на сегодня все. Всем пока!